всем привет, дорогие друзья, с вами Диман Скромник, Сок Яблочный, Бульбазар, Енотка, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, потому что у нас будут прятки, и та серия, когда я буду прятаться, а подписчики будут меня искать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, мы будем уже давным-давно прятаться. Так, давай нам где-то 20-30 секунд. Пацаны, режим полета включен для того, чтобы вы сразу нашли классную нычку. Так, я знаю, здесь... Да, вы обратили внимание, что в стенах есть тоже всякие такие проходы? Даже где... телепорты есть. Да, телепузики. Ай, вот скажешь. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, пацаны. Вы нашли себе нычки? Да. Я нет. Блин, почему здесь так ярко свет светит? Во, я приближаюсь к тому месту, где я найду себе нычку. Так. Капец, хорошая нычка. И карта офигенная, да? Да, такая миленькая. Так, так. Сейчас, чтоб у меня не нашли. О, вообще жир. Вот это жир. Ну что, все, пацаны, запрятались? Да. Так, давайте я сейчас сделаю так, чтобы мы смогли себе заспавнить объектов. Мне кажется, она спалит. Не спалит. Так, подождите. Управлять. Ну все. Так, подождите, куда ты полетел? Можешь нас искать? Пацаны, давайте берем предметы и ищем. Вот я вижу. Такой какой-то слизистый аниматроник. Брат Бенди. Так, ищет. За ящиками никого нету. Прикольно сделал разработчик вот эти вот игрушки. Это рэгдолл, они прям, да, шевелятся? Ну, вроде бы. Мышеловка сработает? Не сработает. Так, куда... Она работает, только на людей. Так, куда аниматроник пошел? Так, давайте выше полетим. Я думаю, что где-то здесь. Мне непривычно, когда я буду наблюдать, как меня ищут. Мой предмет нам показывает, где я спрятался. Да? Да. А как? Ну, допустим, люстра. Я на люстре спряталась. Вот да, я полечу, посмотрю. А ты что, тостер, что ли? Не, я это, духовка. Вроде бы. Че ты смеешься? Некоторым вообще чайник, бочка. Так, подожди, где эта челепиздрика ходит? Это енотка, это же девочка. Я застряла. Фотография. А В нажми английскую, ты полетишь куда-то-то. Наверное. Полетела. Да? Видишь? Какие красивые картины. Да. Кстати, пацаны, я вас жду в розовом домике. Тут прикольно очень. Нет, тут можно жить. Очень хорошо заныкался. Меня никто не найдет в жизни. Ты врешь. Так, ого. Пацаны, ого, тут ворота прилетели. Никому не надо ворота ржавые, недорого. 5 рублей. Так, что-то долго ищет и никого не находит. Обратите внимание, никого. Притом карта реально манюсенькая, но найти кого-то здесь будет очень проблемно. Ну и как всегда, я люблю подписывать тех и людей, игроков, которые очень плохо играют в прятки. Я знал, что я, допустим, Фантом или Сок Яблочный Скромник вообще моментально нас нашли. Бульбазавр, допустим, хорошо тоже не играет. Так, давайте проверим. А, чё здесь? Ага. Никого. Ну чё, давай, енотка. Мы ждем. Чё-то долго ты ищешь. Предметы ищут аниматроник. Так, пацаны, никого не нашла. Ого, кома. Никому бензинчика не надо? Так, музычка пошла. Это ж со психом уже нажимает все кнопки подряд. Так. Вижу, ходит Фредди. Наконец-то мы Фредику встретили. Эй, так не надо делать, то нечестно будет. Когда ее откинул КамАЗ. Не, КамАЗ, так не делай. Да я так буду делать. Не мешай, главное не мешать искать. Так, ходит. Ты что, не пролазишь? А Е нажми. Е вроде нажимаешь, оно исчезает. Не? За голову держишься. Никого не нашла.
Пацаны, это реально троллинг. Я могу предметом скинуть кого-нибудь. Себя скинь. Ищи, знаешь, в каких местах? Там, где, допустим, возвышенность в комнатках или на контрол обычно пролазят. Мы же маленькие скины. Да, вот тут... Здорово. Здорово. Эй, не мешай. А чё со мной? Ой. У меня как-то камера залагала, странно очень. Стену взял, здорово. А, это ты, значит, мне тут стены. Обман зрения, короче, был. Да, пацаны, долго мы будем так прятаться. Ого, плита прилетела. Енотка. Получается. Мы можем подсказку тебе хочешь дадим? Я на люстре. Я на возвышенности на карте, а я не внизу. Так вообще ничего не видно. Я в текстуре. Ого. Отлично, первый пошел, сынок. Ты, кстати, эти аниматроника можно бить на расстоянии, там, спереди, сзади, на где-то на метров 10. Поэтому ты можешь просто бегать, нажимать кнопку удара, и мы будем сами умирать. Прикольно. Конечно. Это как-то звучит по-читерски, но так можно. Я бы так делал. Я когда не могу вас найти, я так всегда делаю. Ванну прими. Грязный аниматроник. Так. Кто-то постоянно умирает просто так. А тем, кто умер, тоже аниматроника брать? Да, кто умер, да, надо брать аниматроника и искать нас. Да, надеюсь, у вас получится, да. Не хочешь помыться? Так. Пошел сюда. Красавчик. Никого нету, да? О, марионетка будет пошустрее. Хороший выбор. Да, я знал, что если буду играть в прятки, меня никто не найдет. Нас нашли. Да, а меня нет. Я буду здесь наблюдать, как меня найдут. Так, марионетка упала. Ты так спокойно сидишь на люстре, а тебя убивают. Димас, ну, что ты хотел, да? Последнее слово. Какое мое слово последнее? Это не Димас. Я живой. Вы чё меня пугаете? У нас скины одинаковые. Прикольно. И чужой пришел, сожрал чужого аниматроника. Ну твой, пацаны, ищите меня. Я думаю, у вас получится. Кажется, где-то в домике запрят. Я на возвышенности, сразу говорю. Я высоко. Я вижу вас всех, как вы бегаете. Но нычка у меня, конечно, имбовая. Так. Все ищут меня, но найти не могут. Тут картинка котика грустного. Это вы когда меня найти не можете. Так, чужой. Бежит. Ого. Ты куда убежал? Так. Отлично. Упал. Чужой, ты что, лазить разучился или что? Вот так буду сидеть, все, двигаться не буду. Хорошо, что я могу от третьего лица чекать. Так, все падают. Так, чужой злится. Улез куда-то. Пацаны, ну чё? А кого не нашли еще? Всех нашли? Меня не нашли. Вот это я классно заныкался. Прям вообще мощно. Так. Смотрите, сколько их и там ищут, и там на полочках, и внизу там шипят. Эй, вы чё такие звуки конченые издаете? Давайте, пацаны, я вас верю. В угле где-то заныкался. Я на полке, где книжки стоят. Так, не, вот это было, кстати, нечестно. Так, пацаны. Последняя битва, финальная. Каждый сам за себя. Конечно. Ну, а что ты хотел? Бульбазавр, ты не вовремя это сделал. Придется тебя наказать. Ой, блин, мышеловка вонючая. Сработала. Да не надо. Так, а где ты, чучело? Так, надо тебя как-то на... Ого, пошли взрывы. Скромник, слышишь, успокойся, псих. Сок яблочный в действии. Убил. Это ж бегает, просто жмет все кнопки подряд, а?
Да ну да. А так нечестно, я только я так люблю делать. Красавчик. И ей, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!